Областное радио. Очень люблю Азию, нашу Среднюю Азию. Часто там бывал. Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Вот я в 2015-м, теперь уже далеком году, съездил на Иссык-Куль. И все как-то это меня вдохновило. И это такой опыт лирического путешествия. Мы въехали в жаркий ночной Казахстан. Вагон хоть прикуривай, все не остынет. Таможенник долго шмонал, но отстал и выдал нам допуск к великой пустыне. Соседи Муниса и Абдул-Халил, играем в ази и скучаем по душу. Состав засыпает, и можно налить кому-то кумыса, кому-то куруша. Еще впереди больше суток путей до станции Чу и направо к Балхашу. И целая вечность себя бередить, тебя вспоминая, прошедшее наше. Конечно, я знаю, все это не в счет. Конечно, между нами и пропасть, и возраст. И жадная Азия завтра пожрет твой образ, твой волос, твой голос, мой космос. Радио 54. Первое областное радио.